Итак, 3, 2, 1. Начали! Алло! Бонжур! О, привет, парижанка! Как дела? Ребьян, только что прилетела из Парижа и думаю, куда бы мне снова отправиться взять с собой своего замечательного компактного дружка. У тебя новый парень? Ну да, он такой очаровательный, динамичный, быстро движется, делает мертвую петлю, очень спортивный. Он еще и спортивный? Да, он умеет разгоняться до 40 км в час и очаровывает меня своим замечательным рыбьим глазом 180 градусов. Не знала, что кто-то с рыбьим глазом может очаровать девушку. Он возносит меня до небес и показывает мир совершенно под другим углом. И ты знаешь, мне теперь совсем не скучно. Я беру его с собой везде. И на прогулки, и даже на работу. И везде его с собой захватываю. А еще он очень любит прятаться. Очень веселый. Хочешь, я дам тебе его? Мне? Ну, конечно. Это же парад Бибоп-дрон.